Маленький лайфхак для любителей одноразовой посуды: попить чаю из стакана с крышкой непроливайкой определенного типа. С виду обычный чай с лимончиком, но как же бесит вот эта вот штука, да? Иногда через нее все-таки проливается, и для того, чтобы не проливалось, нужно поставить стаканчик на ровную поверхность и закрыть его до конца. Вот эта крышка идеально заминается, и вы сможете не бояться разлить напиток. Вот так вот это выглядит. Теперь крышку снять не так уж просто со стаканчика. Ну и элементарно пить. В общем, как-то так. Вот и все. Теперь даже вы знаете, как правильно зафиксировать данную крышку. Кто не знал, подписывайтесь на канал. Кто уже подписан, ставьте лайк. Оставайтесь в друзьях. Всем пока.